В Орленке стартовала смена профильной техноотряды проектирования будущего. Ее организаторы – Союз молодые профессионалы WorldSkills Russia, Московский государственный образовательный комплекс, Роскосмос, компания Autodesk, группа компаний АЕК и другие. В программе участвуют 100 мальчишек и девчонок от 12 до 16 лет из разных регионов страны. Юные инженеры приехали в Орленок, чтобы научиться моделированию, дизайну и проектной деятельности. Старт! День начинается с акции «На рекорды становись». Ее запустили в год 60-летия Орленка. До конца 2020-го нужно суммарно набрать 60 тысяч отжиманий, приседаний, подтягиваний и пробежать 60 тысяч километров. На каждой смене все орлята, а также организаторы программы «Почетные гости» внесут свой вклад в спортивные рекорды. В этот раз компанию орлятам составляет Алексей Тымчиков, технический директор Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Вместе они бегут круг по стадиону и выполняют упражнения на площадках для воркаута. Я очень рада принимать участие в такой акции мировой, скажем так, «На рекорды становись». И я рада, что войду в историю Орленка. И то, что мои 400 метров, которые сейчас побежала, тоже что-то дадут этой акции. Мы с вами попробуем разобрать, что такое фармацевтическая химия. В этом году участники проекта «Профильные техноотряды» посетят занятия по фармацевтической химии. Орлятам об основах фармакологии расскажут представители компании «Эрфарм». Это один из лидеров российского фармацевтического рынка. Первое занятие проходит в день открытия смены. На тематическом уроке ребята знакомятся с химическим составом Черного моря. Кроме того, компания «Эрфарм» подарила орлятской школе таблицу Менделеева с новыми химическими элементами. Мы планируем рассказать о профессиях фарминдустрии, провести ряд мастер-классов по лабораторному химическому анализу, то есть ребята научатся что-то делать руками, что связано с химией, то есть узнают наверняка много что нового, потому что это, конечно, в образовательной программе таких подходов нет пока. Для начала мне бы хотелось представить вам нашу национальную сборную. Что такое WorldSkills Russia и какие возможности открывает участие в движении юным инженерам и строителям, рассказывает технический директор Союза «Молодые профессионалы» Алексей Тымчиков. Орлята узнают, как международное движение помогает профессионалам своего дела бороться за звание лучшего в своей компетенции. Также своей историей делится Николай Голиков. В 22 года он стал тренером национальной сборной WorldSkills. А все начиналось с участия в соревнованиях по компетенции производства мебели. Путь молодого человека – пример того, что многого можно добиться, если есть четкая цель и желание ее достичь. Здесь самое важное, чтобы ты освоил профессию, ты осваиваешь ее в сборную очень быстро. За год ты становишься профессионалом, а если ты будешь максимально прикладывать усилия, ты можешь стать за год лучшим в стране. Поэтому это очень классные перспективы, главное заниматься тем, что нравится. Тогда это будет дополнительный бонус. В течение 3 недель орлята пройдут обучение по 6 компетенциям. Технология информационного моделирования, дизайн интерьера, сантехника отопления, электромонтаж, малярные декоративные работы и промышленный дизайн. Мальчишки и девчонки научатся создавать 3D-модели зданий и сооружений, проектировать системы электроснабжения, готовить необходимую документацию, составлять смету и многому другому. Орленок с его традициями, с вожатской историей позволяет раскрыть потенциал через коммуникацию очень существенно. И тут это нам очень большой в плюс, поскольку просто в мастерской это лишь половина дела. Вот. Базово надо, чтобы ребенок раскрылся. Для этого, конечно же, вот та самая традиционность Орленок, она нам здесь очень, конечно, помогает и так далее. Мы изначально, когда формировали профильные техноотряды, создавали, закладывали такую идеологию, как таких встреч. И сегодня можно смело сказать, что в Орленке проходят первые профессиональные собеседования наших ребят, которые здесь участники этой смены, с нашими партнерами. Мы каждую смену собираем в Орленке самых лучших специалистов из разных сфер. Итогом слета станет защита инженерных и научно-исследовательских проектов. Также орлята сдадут экзамен по стандартам WorldSkills. За успешную сдачу они получат Skills паспорт. Этот документ подтверждает квалификацию в выбранной сфере и открывает многие двери в будущем. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ.